Епископа Константинопольского Златоустого, праведного Иоанна Кронштадтского Чудотворца, священномученика Игнатия Богоносца, святителя Антония, архиепископа Воронежского, святителя Филагония, епископа Антиохийского, святителя Даниила, архиепископа Сербского, преподобного Игнатия, архимандрита Печерского, священномученика Николая, и же верхнем Гнутове святых и праведных Богоотец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человеку любит. И Господи, на преосвященнейшего Елисея, ближний собор и представленного Агнецего, настоящим братьям приходится даже право сего, Богу храни вас, прошу вас, родительство и все православие Христиане, Господи, сохрани их давно. Со всякими просьбами о помощи и о том, чтобы Господь дал нашим близким доброго здравия, исцелил наших больных. Да? У каждого из нас этот опыт есть в той или иной мере. Поэтому поблагодарим Бога за то, что Он даровал нам такого славного молитвенника, и попросим Его, чтобы Он всегда участвовал бы в нашей жизни, и что нам требуется, упрашивал бы Господа нам послать. Аминь. Мир вам, Божий, вам, любовь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Он Господь,